Уволенный из Мемфиса тренер попрощался с командой. Физдейл пожелал команде стать чемпионом. Уволенный с поста главного тренера Мемфис Гризлис, Дэвид Физдейл, выступил с заявлением, в котором пожелал команде успехов в дальнейшем. «Я хочу поблагодарить Мемфис Гризлис за то, что у меня была возможность возглавлять такую прекрасную организацию и представлять такой город, как Мемфис. Для меня было большой честью и большим опытом быть частью этой организации. Мемфис – особенный город, и второго такого нет. Я желаю организации и игрокам успешного движения вперед и надеюсь, что они принесут фанам чемпионский титул. Они этого заслужили», – заявил Физдейл. Для 43-летнего Физдейла работа в Мемфисе стала первым опытом в роли главного тренера в НБА. Решение о его отставке было принято после затяжной серии поражений. По материалам сайта NewsGroup.